Представляем вашему вниманию прогулочную коляску Inglesina Trilogy, предназначенную для детей от полугода до 3 лет весом до 15 килограммов. Большой капюшон и реверсивные сиденья, маневренные поворотные колеса, удобство и комфорт. Компактное складывание не доставит хлопот родителям, а накидка на ножки защитит малыша в холодную погоду. Большой водонепроницаемый капюшон имеет козырек от солнца. На задней его стороне есть смотровое окошечко. Положение капюшона можно элементарно отрегулировать. Раскладывается капюшон до бампера. Также заднюю часть капюшона можно отстегнуть. И таким образом у нас получится летний вариант с тентом от солнца. Пятиточечные ремни безопасности с мягкими накладками регулируются в зависимости от роста вашего ребенка. Мягкий съемный защитный бампер нисколько не помешает посадке малыша в коляску. Просто нажмите на фиксатор снизу и отведите бампер в сторону. Подножка сиденья регулируется в нескольких положениях при помощи фиксаторов снизу по бокам. Наклон спинки сиденья регулируется в нескольких положениях вплоть до горизонтального при помощи рычага на задней стороне спинки. Вот таким образом. Теплая накидка на ножки защитит вашего малыша от ветра и непогоды. Она легко крепится к раме и бамперу при помощи кнопок. Прогулочное сиденье можно установить как лицом к маме, так и наоборот. Для этого просто снимите его и переставьте в нужном вам направлении. Чтобы это сделать, нажмите на фиксаторы по бокам и потяните кресло вверх. До 10 месяцев лучше усадить малыша лицом к маме, после – лицом к окружающему миру. Коляска чрезвычайно маневренна благодаря передним поворотным колесам с блокировкой. Чтобы заблокировать колесо, опустите фиксатор на раме вниз. Если вы едете по неровной поверхности, снегу или песку, лучше заблокировать колеса. Внизу мы видим вместительную корзину для покупок. Ножной тормоз блокирует сразу оба задних колеса. Чтобы поставить коляску на тормоз, просто опустите педаль вниз. Чтобы снять коляску с тормоза, поднимите ее вверх. Удобные эргономичные ручки коляски регулируются по высоте при помощи кнопок снизу. Рама коляски Inglesina Trilogy складывается весьма просто и компактно. Она не займет много места. Чтобы это сделать, нажмите на красную кнопку на ручке посередине, затем поднимите ручку вверх и потяните за нее до щелчка. Вот таким образом. Разложить коляску еще проще. Нажмите на кнопку предохранителя на правой ручке коляски и разложите ее. Опустите вниз фиксирующую педаль. Готово. В комплект Inglesina Trilogy входят накидка на ножки, дождевик в специальной сумочке, подстаканник и инструкция. Также на шасси коляски вы можете установить люльку Inglesina или автокресло Inglesina Huggy. Тогда ваша коляска превратится в универсальную систему для путешествий.